аж слюну чуть не подавила. Всем привет, привет, это тур солнечная Таля на проводе. Посмотрите, что я съела, больше кошмар. Раскромсала всю рыбу. Я не знаю, почему она у меня такая получилась раскромсанная. Это вообще просто, просто ужас. У меня картошка пюрешка, но Саша сказала, меня не трогать, я прихожу домой, заваливаюсь спать. Я говорю, я встала в 6 утра спать, потому что она с меня первый день ходила. Этот самый, это жесть, это просто фейерверк. Я только что разговаривала со своей свекровью, первого моего мужа, которому здесь на. И она мне говорит, Марина, говорит, так вот, она очень хорошо готовит, прям вот вообще классно готовит. И она говорит, Марин, ты когда рыбу жаришь, ты так вот ее, говорит, порежь, она будет вкусненькая. Ну, короче, я порезала. Мама, я знаю, что ты меня смотришь, смотрите, как я порезала. Все, как вы захотели. Так, что я у меня, девочки, на голове, что попало? Ничего делать не хочу я сегодня. Погода такая. Проветриваю этот самый и все. И сейчас мне нужно... У меня высохло постельное белье. Мне его нужно сложить. Допустим, вот видите, как вот... Уже все знают. У меня утюга нет. Я же утюги отдала этой самой Клеопатре. Они старые утюги уже были. Один выбивал постоянно. Вот. А второй он плохо гладил уже. Ну, давно они старенькие у меня уже были. Вот так вот сейчас я здесь заверну. Там заверну хорошо. И потом, я когда постель заворачиваю, я потом ее в наволочки складываю. Ну, короче, завернула, сложила и в наволочку. Так, девчули. Видите, одну уже сложила. Эту сложила. Вообще в Италии говорят, кто хорошо увешивает белье, тот потом меньше его гладит. Они говорят, ки стенде бене стира мено. Надо все сложить. Боже, как ты, девочки, как я сплю. Как я жила без этой кровати, я не знаю. Я постригла всем ногти. И прикиньте, вчера вечером, когда уже пришел моряк, котам я имею в виду, когда моряк пришел, и он уже в таком, знаете, фейерверке был сна, я ему одну лапу обрезала, он даже не понял сначала, что с ним было. Ну, конечно, потом подорвался, испугался, что-то там шерсть у него дыбом чуть ли не встала. Вот. А потом он уже там лег в домик в кошачий. Я ему еще один ноготь обрезала. В общем, у него обрезана одна лапа и, по-моему, два ногтя на второй лапе. Ля-ля-ля-ля. Чего вы тут собрались? Открыла шкаф. А шкаф это любимое место. Ой, я раньше, когда дети были маленькие, девчонки, я... выглаживала трусики и носочки, у меня все было поглажено. Такой порядок был бешеный в этом шкафу у них, прям вообще до безобразия, аж не, до неудобств, неудобно аж было перед людьми. Вот хорошо бы прогладить верхнюю часть, да, хотя бы не всю простыню, хотя бы вот верхнюю часть она помятая. Ну, что такое? Смотрите, вот так, вот так. Моряк, куда ты залез? И в наволочку. В наволочку и все. Таким макаром у вас все белье никогда не будет разбросано по всему шкафу. Все. Видите, что вы тут собрались все? Моряк, ты мне сейчас телефон упадет. Марьяну? Вот так, девочки. Вот эту часть берете. Закладываете. Фильм Казанова я вчера... начала смотреть, не могла найти в гугле его нигде. Мне в комментариях советовали. Сейчас упадет этот. Давай отсюда. Косёл, блядь. На мою голову. Где тебя взяли? А потом нашла плохой... Так, все. Все собрали, все. Вот это вот классная держалка, но он, с нее выскакивает телефон. Смотрите, девочки, все. В подушку, и потом вот этим слоем
заделали, это кому на заметку, кто не знал. И все, у вас белье будет постоянно, вот комплект будет в наволочке, вы будете знать, что там у вас все лежит. Если не хотите гладить, можете положить еще под что-нибудь тяжелое, и тогда она выпрямится более-менее. Нифиг электроэнергию гонять. Понятно? Видите, вот я не накрашена, какая красивая женщина. Вот что? Вот что не говорите, а этого не отнять. Так, ну что, я рыбу заканчиваю, картошку доделываю. У меня обед готов, у меня котлетки, я еще котлетки вчера. Боже, стою, трындю, камера выключена. Стою, рассказываю. Рассказывала, что вы, говорю, плохого не посоветуете. Посоветовали офигенный фильм Казанова, но его, блин, в хорошем качестве на ютубе нет. Так, рыбу покромсала, все, смотрите, видите? Петрушечка, я говорила, что вот у меня припухло съесть, я говорю, ну, наверное, это от того, что вот я еще не расходилась. Надо расходиться, и все. Ну, учитывайте, что на мне вообще нету, да, там ни карандаша, ничего, посмотрите, какая красота. Есть такие, что мама моя родна, что их крас, не крас, ничего не закрасишь. Это безрезультатно. И за рыбу говорила, я говорю, наверное, они меня надурили, потому что там одна рыбешка стоила 8 евро на чеке, кто смотрел видео, а вторая рыба стоила 17. Но я не верю, что одна рыба стоит 17 евро. 17, наверное, это был мой общий счет. Но так как они там спешили, что-то там дергали, меня задергали, я им отдала 25 евро за две рыбы. Я так думаю, должна была отдать 17 за две. Я как-нибудь схожу на неделе и куплю тоже такие же рыбу, и посмотрю на счет этой рыбы. Вот так. Просто я не постоянный клиент, они... Вкусная рыбка, вкусная. Соли мало. Не знаю, камера была выключена, не выключена. Говорила, что вчера еще котлеток не делала. Надо дыню тоже достать, не забыть. Сегодня ее открыть. Попробовать что-то дынька. Рыбу ужас покромсала. Ужас, бедная рыба изнасилована. Ну, не знаю, я по телефону трындела. Короче, мама, это вы виноваты. Дождусь Саши. Девочки, завтрак аристократа. Знать бы еще, кто такой аристократ. Динька. Разрезаем. Посмотрим, если она хорошая. Сегодня у Карлика хорошее настроение. Сегодня ему смс отправила, добрый очень. И он мне все-таки, как бы я на него не говорила, не ругалась, все равно. Надежда, мой компас земной. Холодная, вкусная, сладкая. Папа привозил дыни. Не знаю, откуда он их привозил. С Ташкента, наверное. Дыни были просто смачные.
Улетные дыни были. Мы сегодня мусор выкидываем. Этот самый пищевой. Это органические пакеты, поэтому их можно пакет в пакет. Девочки, ну что это? Посмотрите. Все как лучше в домах Парижа. Понимаете? Картошечка, рыбка, дынька и компот. Холодная. Лежала в холодильнике, ну классная. И она, конечно, большая, потому что, допустим, вот это вот мне надо сегодня примять. А это я не знаю, сколько дыни можно, напишите, хранить в холодильнике. Уже в разрезанном виде, но Александра не ест. София любит дыни. Дыня бомба. Одну надо поставить в холодильник, убрать. А эту, значит, надо сегодня поставить себе цель доесть ее. По-любому. Блин, вот сегодня погода такая, блин, я не могу раскачаться. Целый день я не могу раскачаться. Но я, правда, вчера была очень активна. Может, поэтому сегодня, знаете, вы сдули, ну, сдуваетесь, потому что много энергии отдали вчера. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями шурша. Выбери меня, выбери меня. Вкусно, прямо вкус, вкус дыни сладенькая. Наверное, пусть пока постоит, потому что холодно. Зубам холодно. Саша уже пришла, сейчас ложится. Елочку себе заждет. Она ее на пульте, кстати, включает. Очень удобно. Ой, окошки тут полазили, я смотрю. Я смотрю, кошечки здесь даже очень хорошо полазили. Ой, так они тут прям катались на этой елке. Боже мой. Поэтому елку не наряжали. Надо было сначала посмотреть, что и как. Будут они прыгать, не будут они прыгать. Такой подарочек одинокий один лежит. Все, привет. Привет, Сашулька. Сашулька сейчас... ложиться. Ну, вот классно, да, когда есть эти самые. Я не знаю, дочь, я не брала. Я вообще не заходила. Только сейчас зашла, посмотрела, они вон елку все. Видно, там моряк. Это. Только носками теперь грязными на кровать не залазь. Правильно, наверное, сейчас я поменяю на эти. Видишь, они там полазили, елочка. Сашка на пульте ее зажигает, и когда тоже спать ложится, не надо вставать. Да, вон сидит, брат-акробат. Один, второй. Ну, это моряк только прыгает по елке. Больше никому. Все, давай тогда спать. Тогда попозже батареи я включу, да? Сейчас пусть проветрится хорошо везде все. Все, давай, Сашулька. Устала? Много бегали, да, сегодня? Конечно, лежали, потом 5 часов бегали. Ужас. Ну, отдыхай, потом встанешь, картошечка есть, рыбка есть, котлетки есть, огурчик, помидорчик есть. Все, потом по это самое. Ты себе телефон сегодня сделала, положила деньги на телефон? Молодец. Не покупала ничего, ни булочку, ни ничего. А, с кетчатом покупала? А где ты покупала? А, около школы своей, да? Угу. Молодец. Ну все, давай тогда. Так, ну а мы что, кровать я проветрила свою. Вот, я тоже сейчас закрываю окошко, закрываю ставни. И тоже буду телек смотреть. Сегодня такой день, расслабуха, сегодня выходной у артиста. Ничего не знаю. Моряк, а ты, вот ты неугомонный. Вот ты неугомонный. Уже вчера накрыла им, чтобы они мне ногтями одеяло не это. Симон, давай, туда ложись. Иди сюда, Симу. Куда ты убежал? С мамочкой ляжем. Будем лежать. А, это мои носки. Этот город носков. Это я
одевала носки, чтобы тепло было. Так, кстати, кто-то говорил... Кстати, девчонки, кто-то вчера мне написал в комментариях, говорит, у Марадона всего две дочки. У Марадоны, да, царство ему небесное. У него сын есть, по-моему, сын или не брачный. Я не помню, была какая-то передача с этой женщиной, от которого он родил, от которого она, которая от него родила. Иди, Симочка, иди, иди. И это самое... И она рассказывала, и что он не признавал долго этого сына. А потом сын стал даже футболистом, вроде неплохо он играет. Я не знаю, я же за этой карьерой не это самое, не смотрю, что вроде он неплохо играет. Прибегли, 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 прибегли. Прибегли. Все, ложимся. Симон, иди сюда. Сюда иди. А! Я сегодня, ну не знаю, если я пью тарди, пойду, Саша, не пойду сегодня, я хочу тоже лежать. О, табур побежал. Симочка, иди сюда. Иди сюда. Иди. Сюда иди. Иди, мой хороший, иди. Под одеяльчик от мамочки, давай. Господи. Симон, ложимся. Иди сюда. Симо. Симон, иди сюда. Ну, ложись, иди сюда. Все.